Вокальный телевизионный проект «Осман» подошел к самому главному. Теперь выбор победителя за вами. Народное голосование пройдет с 24 февраля по 1 марта. Жители Кыргызстана могут отдать свой голос, отправив СМС на номер 0999-006-006 с цифрой 14, если вы хотите проголосовать за Шаршена Алмазбекова, цифрой 43 за Асель Доулбекову, цифрой 35 за Дильнозу Айдарбек КЗ. Зарубежные зрители могут проголосовать на сайте megacom.kg. Финал проекта пройдет 1 марта в 18.00 в Кыргызской национальной филармонии в прямом эфире КТРК.